Я очень рано просыпаюсь, я встаю где-то в 3:30, в 4 утра начинается мой день. Да, без будильников, без всего, это вот прям мое утро. Без будильника прям уже автоматически? Да, автоматически встаю. Причем встаю сразу, я не валяюсь, не нежусь в постели, я привыкла, что все, я проснулась, значит, пора вставать. Делится реально на две категории, те, кто просыпается и встает сразу, и те, кто еще 2 часа могут лежать, что-то делать. Да, я встаю, и вот как раз, ты знаешь, я люблю думать, что пока все спят, я работаю над собой. Это как раз мое время для себя, когда меня никто не отвлекает звонками, меня не дергают по работе, я могу, что я могу? Я могу уделить время себе, я могу заняться спортом. Что ты делаешь конкретно, да? Я занимаюсь спортом, так. У меня дома беговая дорожка, я могу заняться пилатесом. Каждый день? Я занимаюсь спортом каждый день. Ну, так. Просто делится, то есть это может быть фитнес-зал с тренером, да, это могут быть занятия дома, я чередую.